Всем доброе утро. Канал Бессарабия Аграрная Жизнь. Сегодня у нас 30 марта. Продолжаем полевые работы. Сегодня я вам покажу по правую сторону от меня поле с яровым ячменем Аватар. Вот уже ячменек всходит. Поле зеленеет. Едем дальше. Сейчас пойдем в поле, которое подготовили под посев подсолнечника. Померяем температуру почвы. Время 9 утра. Сейчас вместе с вами посмотрим, какая температура почвы на глубине 15 сантиметров. Так, 8. 7, 7,8, 7,7, падает, падает и падает. Но мы уже будем планировать начинать сеять подсолнечник. Подсолнечник будем сеять лимогрейновский, Грандстар устойчивый, LG59580, довольно-таки засухоустойчивый гибрид. Мы видим, температура почвы остановилась на показателе 6,7. Время 9 часов утра. Температура почвы 7 градусов. Мы начинаем сеять подсолнечник, когда среднесуточная температура 8 градусов. По теории 10 градусов, но мы сеем его 8 градусов. И подсолнечник стресс не ловит, схожесть не теряет, энергию не теряет, довольно-таки выскакивает неплохо. Продолжаем дальше. Так, начали культивацию под подсолнечник LG59580, Grandstar устойчивый. Трактор MTZ892, культиватор KN38, Белая Церковь, Made in Ukraine. Запускаем первую сеялку. Начали сеять. Подъезжает вторая сеялка, трактор МТЗ-892, турбинированный, сеялка кюновская, старая сеялка, боеготов 89-го года. Будем запускать и вторую сеялку. Активируем культиватором Вепр 4,2, тоже белоцерковский культиватор. Предпосевная подготовка почвы. Не особо мне это нравится, но понимаю, что сушу почву, точнее сушу. Но белые ниточки в почве не мерены. Прямым посевом и сработанным глифосатом. Что это деньги? Это второе поле, где работает культиватор Вепр. Запустили и вторую сеялку.
в общем, время 3 часа. Начали сеять на двух полях. Процесс пошел. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Я знаю, что многие сейчас скажут, что очень рано сеем подсолнечник. Но мы живем на Бессарабии. Там, где мы всегда гоняемся за влагой. И все скажут, надо сеять прямым посевом, надо переходить на наутил. Мы пока еще не готовы переходить на наутил. Мы сеем по классической технологии. Подписывайтесь на канал Бессарабия Аграрная Жизнь. Всем удачи, всем хорошего дня. До свидания.